потрясающая у нас яхточка. Посмотрите, какая красивая. Залезли мы в грот и поняли, что лучше все-таки тут. Если вам хочется снять яхту в аренду, обращайтесь к Эдику. Экскурсии, обед нас ждет, покупаться, поплавать, все включено. Кайф. Help me! Help me! Я приплыла сама с того берега. Вон оттуда она проплыла, вон оттуда она проплыла вот сюда. Кто сама. Чемпион? Ты чемпионка наша. Да, молодец. Кто довольна? Я рыбка. Тебе нравится, да, плавать? Да. Это тут течение большое. Сильное? Очень. Смотри. Щупалку видно. Смотри. Смотри. Если я отпущу, смотри. Смотри. Все, прощай. Вот такой у меня сегодня вечерний наряд. Чтобы вы понимали, мы после нашей прогулки пошли на спа в Трисаре, который просто потрясающий. Нас обмазали, намазали. Даже этого масла кокосовое на волосы нанесли. И такой кайф, такой релакс, что мы решили остаться дома. Сейчас заказали вкусняшку к нам на виллу. Вот такой у меня образ на сегодняшний ужин. Маска для волос, халат. Я должна сказать, что ничуть не хуже, чем в ресторане. Мы заказали луковый супчик, пицца маргарита, ой, спагетти. So, let's do it. Ой, ты приготовила все? Да. Ты сама, да, приготовила? Да, луковый супчик готовила. Все, молодец. А картошка есть? Лёшка, наш дорогой. Всеми любимый. Бурундучок, с днем рождения. Будь счастлив. Это по диете, да, пицца? Это диетическая, она тоненькая. А, это диета, да, такая? Она тоненькая, смотри, такая. Я понял. Ты, да, ты хотела же похудеть, да? Ну, пицца. А я сейчас буду приседать. Ясно. Попытаюсь передать ощущения. Ну, это, конечно, не доширак.
Новые подробности скандала Бузовой и Давы. Буквально вчера всплыло видео, на котором четко видно, что Дава яростно кричит и сбивает Олю. Одна из подруг Бузовой вступилась. За нее рассказав у себя на закрытом аккаунте, блядь. Блять, мы успели скачать видео избиения. Приятного аппетита, любимый. В фильмах это выглядело как-то поудобнее. Ну чтобы... Где мои очки от Гуччи? Очки от Гуччи где? Ну что... дорого, дорого. Чтобы вы понимали, мы кушаем реально. Ты топ. Реально, смотришься топ. Нормально, да? Да, вообще огонь. Четко, да? Картинка вообще офигенная. Новый голливудский фильм снимать. Да, да, да. А тебе не хватает? Меня? Доширака. Но вид классный, конечно. Все. Стоп. О, какие люди! Это же Эдик! Привет, мой малыш! О, лысый, здорово! Как дела? Мой шлотки, я скучал по вам, мой маленький. На другой конец, на другой полушарий. Посмотрите, давайте селфи сделаем. О, посмотрите у нас, какой сегодня завтрак. В воде. На фотографии, что есть такая опция заказать завтрак. Вот. Ну и думали, что это очень круто. Да, Оля? Ну классно же. Да, очень круто. Ну ты стой просто рядом, и все. Красиво. Красиво? Да. Кушать? Очень дорого смотрится. Ну холодно реально в бассейне, может обойти? Да не, нормально, ты же хотела в бассейне кушать. Вот и кушай теперь в бассейне. Я покушаю. Ну и все, кушай. Ну, а я буду снимать. Я же для этого завтрак просил. В бассейн, чтоб снимать. Чтобы вы понимали, мы послушны, мы едим. Да, я пробую. Мы едим в воде. Ну прикольно, не знаю. Да? Да. Очень. Тебе прикольно? Да. Доброе утро! После завтрака ежедневные ритуалы. Защита на тело, на лицо. Новый купальник. Ссылочку кидаю здесь. Леночка меня подготовила как следует. Чуть подзагорела, да, уже?